Здравствуйте, дамы и господа, с вами я, наверное, мы продолжаем проходить игрушечку под названием Metro Redux, ну, либо Metro 2033, как кому угодно. Хотя это одно и то же. Итак, вы помните, какая подстава в прошлый раз нас там вот ожидала, так что... я туда не пойду, мы сразу спустимся здесь, накроем их, так сказать, с другой стороны, может здесь еще какой-нибудь хабарчик есть, я тут так и не посмотрел ничего. Аккуратненько. Опа! Прекрасно. Тихо-тихо-тихо. Сдохни. Еще звать будет своих друзей. Воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо, ребятки. Да успокойся ты уже. Это их всего двое, а... Не знаю. Оу! Так, буквально секундочку, я вроде понял, в чем проблемки. У меня при стрельбе некоторые провисания. Выкл. Ага. Размытие нормальное. А я ее применил? А, это даже применять не надо. Все. Так, надеюсь, теперь будет более стабильно. И так далее. Они меня отсюда накрыли. Туда вот прибежали, падлы. Откуда я вышел? Вот отсюда, наверное. Где-то, да. Есть что? Опа, есть. Неплохо. Тихо. Эн. Я же спрятался. Да, спрятался. Оу! Давай, давай. Мне даже... Чё мне нажать-то? А вы видели, что нам предложили что-то нажать? Я нет. Ладно. Так. Повторяем наш подвиг. Сдохни ты. Да шо ж ты... То ли я кривой, то ли чё, не знаю. Да. Да. Такс. Что у нас тут есть еще? Оу. Они прям вообще не помирают. Тихо-тихо. Давай-давай-давай, перезаряжай. Эть. Давай. Встретим их всех. И в хатарик разнесем. Все прекрасно. Ага. Еще снежный барс. Заждался своей порции. Все, все. Забавно, прям слышно, как у меня яйца снег. Так прикольно. Так, погнали еще раз попробуем. Где-то падал там где-то. Давай. Чё, где нажать надо? Не знаю. А, вот оно. Да я нажимаю! Или что, держать надо? А, удерж... Скорее всего, удерживать надо. Чёрт. Как это всё-таки... Опа, хорошо. Надо меньше патронов отдавать. Тогда будет выгодней. И умирают они побыстрее. Тихо. Ох ты ж, господи. Ты чё повис так? Парень, ты давай это. На стены... Не бросаться. Кого ты там зовешь? Блюдок, блин. Тихо. Тут что есть? О, тут еще место есть. Я пропускал его. Как последний идиот.
дырочка. А, так, зажимать. Давайте-ка. Давай, иди сюда. Держу. Чё надо? Идите вы нафиг, вообще не пойду туда. Или мы тут уже расходимся, и мне надо в любом случае сюда идти. Как это ужасно просто. На. Ладно. Сразу лег. Но он их успел позвать. Зашибись. Это вот как вот? Это вот кто мне объяснит? Прям из-под земли появился. Зашибись. Ушел. Дальше. Блин. Успел попасть, прям кровь потекла. Противогазику. Противогаз жалко. А все, то есть он оттуда не успел позвать. Нам все-таки выгоднее это. Такс. Даже не знаю, как это сделать-то. У. Окей, нажимаю У. Тут же все по-русски вроде. Где эта хрень? С крылышками. Ладно, так, может я туда смогу пройти? Ладно, меня не видит. Воу! Не-не-не-не-не! Зашибись. Я выжил. Пфф, неплохо. У, сейчас буду долбить по ней. Пропала. Да. А они все-таки разные. Некоторые снежные, некоторые вот такие вот серые. Дверь закрой, там это падла летает. Перезаряди дробовик. Не, не хочешь. Ну как хочешь. О, тебе повезло меньше, чем мне. Пистолет, да кто с ним будет ходить? Хотя он, наверное, получше дробовика будет. Все-таки больше объем. Два патрона. И на правую кнопку я их выстреливаю сразу два. И это все-таки... слишком выгодно. Да не, нормально. Чё там? Ну давай. Вкрутим. Тут так тяжело дышишь. Мне тебя жаль, Артём. Не дыши так. Чё это? Где кто? Кто с тобой говорит? Тёма, не употребляй без меня, пока я выхожу из игры. Вот так, вот тут вот прям вот, вот просто посмотрите, это прям какая-то засада. Сейчас сохранение, ну туда не хочу лезть. Тут 100% засада. Блин. Пройти-то надо вон туда. А, не засада? Даже так, может уберешь оружие? Ну блин, тут все так уже неплохо, убери оружие. Сними противогаз. Ведь все хорошо. Травка зеленеет, птички поют. Он меня спалил, падла. Меня спалил черный, зашибись. Он завыл, спалил меня вот перед этим. Хотя вроде нет, никто не пришел. Не так уж все и плохо. Но я, посмотрите, трачу не так много патронов, как по идее мог бы. И выдают мне их просто навалом. Хотя у меня рейнджер, вроде их не так много должно быть. Это воспоминания. Это воспоминания детства. Все, ясненько. Я надеюсь, вы не ко мне. А походу ко мне. Это меня никак не радует. Крылатая падла там где-то летает. О, тут зашкериться неплохо. Где чё? Пропускаю кат-сцены. Победитель по жизни. Тут вылезти можно? Ой, красиво. Ой, я не хочу я так. Ой, это опасно. Тут не менее опасно. Угу. Так, давайте-ка я сделаю вот так. Начну отстрел.
меховых. Собачек. Давай, 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 давай. Что ты не сносишься, ты падла? Можно было, наверное, гранатку им сюда кинуть. Но мне жутко не хочется тратить патроны. Ой, не патроны, а гранату на это. Ибо гранаты, они и так редко попадаются, и обычно в каких-нибудь сейфах, в которых и так долезть трудно. Я их еще тратить буду. Ага, конечно, зачем мне это? Опа. Тихо-тихо-тихо. Ой, отсюда я не вылезу. Да. По крайней мере, не загнал себя. Хотя нет, загнал в угол. Но я не упал. Уже радует. Мы не упали. Так, тут было что? А, у мужика у какого-то вроде было. Нет. Так, 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 так. Как бы это сделать-то получше? Пошли вот так вот. Ножичками с ними воевать, в принципе, вообще не получится. Бы чё им от ножичков-то? Не в них плюнутый. Нормально. Стойте, стойте. Стойте. Давай, давай, давай. Ну. Теперь ты. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Куда ты? В упор. Надо в хатарь раздавать. В хатарь они улетают. Только так. Хатарь только так улетают. По-другому вообще не получится. Аккуратно. Ух ты ж, господи. Вы там кого зовете? Оп. Перезарядим. Эть! Хорошо. Эть! Ой-ой-ой, в упор-то зачем? Зачем в упор-то подходить? Ребятки. Я, конечно, понимаю, что у меня дробаш, он должен выносить в лицо и только так, в упор. Но вы это... НИИ там, разум хороший, компьютерный, должны быть все-таки умнее меня и не подставляться. Я это говорю, чтобы вы не подходили и больно меня не били. Ушел. Скотина. Да что ж ты... Я что, твоих убил? Нет. Я слышу его. Вон он. Все. Фух. О, вот это было тяжело. Блин, реально, на рейнджере битва трудная. Чует. Трудные они в основном... Чего? А. Не-не-не-не-не, я фильтр даст. В основном не потому, что патронов не хватает или типа того, враги просто очень тяжелые. Да ты издеваешься. Блин. А, все, и вы никого не позовете. А, патроны меняются. Теперь у меня разрывные. Тихо, фильтр смени. Погнали дальше. Вот сейчас получилось неплохо. Они не успели никого позвать. К нам сюда, не? Наверное, да. Ага, тут только хабарчик. Все. Блин, да как так? А куда идти-то? Я уже с этим отсоединился или как? Или мне сейчас надо назад возвращаться? Да не, навряд. Куда идти-то? Это, конечно, вопрос. На миллион. Да ну, не думаю, что в такой игре можно заблудиться. Тут вроде открытого мира нету. Ничего такого. Блуждаю только так. Хм. А, он там где-то стреляется. Ну вот как мне к нему пройти? Как бы назад возвращаться? Да там вроде некуда было идти. Тут? Тут тоже не видно. Может, через дом все-таки как-то можно было проползти? Просто не заметил. А, вот, понятно. Все ясненько. Да возьмите уже аптечку.
задолбал. Во, во. Вот это красиво. Вот это... Неплохо. Это что, подвальчик? А, это метро раньше было. Что это было? А, я взял, типа, получше противогаз, он сразу его одел. Ну да, смотрите-ка. У меня больше нету никаких порезов или чего-то подобного. Это кто, Бурбон, ты там шмаляешь? Как мне эту подлу убить? Чё, издеваетесь, я не хочу ее трогать. Вот, вот что хотите, делайте, я ее даже смотреть на нее боюсь. Там вроде бы... Тут, может, хабарчик-то какой есть, но... Идти туда желания нету. Ты улетела? Нет. Как мне? Что мне с тобой? Нет. Он... Бурбон говорил, их не трогать. Они суки. Значит, их трогать не будем. Аккуратно обойду. Ага, и пройду. Вот так-то. А то еще. Да. В какой раз я уже попадаюсь на эту хрень? Во второй. Когда меня жизнь научит? Никогда. И сейчас, как назло, они перестанут попадаться. Я уже думал, сейчас опять такая же хрень будет, что придется давить. Я вооружился по полной и отправился на север, на ВДНХ. Похоже, у них там проблемы с нашими старыми друзьями. Если они вернутся через пару дней, сообщи полковнику. И собери наших людей. Удачи. Типа этот был лучше? Да ну, на том еще ни порезов не было, ничего. Мы его только сняли и все. Так, что там по времени? Давай-ка вставим. Фильтр новый. И хорошо. Кто там что открывает? Сразу станет. Такое ощущение, что, блин, там открывают, что-то ходят. Глюки-глюки. Но мы полетали, красиво было, чё. Чё бы нет. Так, аккуратно теперь ходим. Смотрим под ноги. А, конечно. Бомба была. Бомбу я заберу с собой. Бомбы редко попадаются. Бомба — это дело хорошее. А почему бы и нет? Куда-то вниз идем. С Бурбоном мы должны были куда позже сцепиться, как он говорил. А в итоге... Я от него сразу отстал. Да. Или можно было как-то с ним пойти. Но не думаю, что в такой игре было несколько вариантов сюжета развития. Я не очень хочу на самом деле в них стрелять, на них только патрон тратить. Потому что мелкие падлы, в них еще и попасть трудно. Не-не-не, ушли. Великолепно. Просто великолепно. Это что? Патроны. Для дробовика. Пошли наверх. Тут. Хорошо, еще. Сколько у меня там уже? Да чё, 59 только. Уже на сотню. Опа. Сейчас, ребят, кое-что сделаю. Ага. Продолжаем. Блин, тут радиация шмаляет. Летучая падла. Где? Ладно, не вижу. И к счастью, наверное. Вот ты пригорюнился. Эти пригорюнившиеся только и встречаются. Тихо. Поактивнее надо менять эти, что я уже один раз... О, Бурбон. Ну ты меня напугал, парень. Рад, что справился. Я, честно говоря, думал, что ты уже жмур. Спасибо. Почти. Почти пришли, еще один двор остался.
Ладно, сделаю вот так вот и скажу всем спасибо за просмотр. С вами был Нернл. До скорой встречи. Всем пока-пока-пока-пока-пока.